Эй, они сейчас будут говорить, что... Сережа, ты видел бросок? Ты же смотрел сюда. Я без очков. Да, там все понятно, там Латвич ошибся, это его четко на заднюю бросочку поймал. Да, да. Там все понятно. Если бы что-то было не так, я бы сидел бы молчал. Леша, ты видел бросок? Просто, чтобы потом не говорили. Просто не поняли все. Я тебе сейчас скажу, как поставить. Да, сетелор. Я понял, сейчас скажу. Давай, к ней поставим. А, теперь сетелор. Назад. Yeah.
классно. Доктор еще есть? Миша, быстрее! Есть доктор, есть. Москва? Артем! Только доктор. Я думаю, что... Ну, вообще не хочу. Не...
Мы весело требуем репики лупки. Сами много. Да. Доценко кто? Я Михаильченко. Михаильченко? Да, Влад. А, можешь мороженое купить, можешь пиво. Проблема, я Дениски. Салфетки открываются. Вот, глянь, Дениски. Салфетки. Ладно, ты рада, что ты открываешь. Это фамилия. Ну, а Дениски, ну, почему-то грамотность другая. Ну, так я тоже написал, как мне сказали. Я выиграл. Беловый слово, но ты не что ты выиграл? Ну, я стал третьим. Я не знаю, кто это. Сережа, кто выиграл 66? Номер там. Так вот, оказывается, не до цеха. Видишь, до цеха даже не вышел на награде. Потому что проиграл. Это делать можно.
Славик, ломоделы. Ладно, потом дупы, терминаторы.
Пуштигал. Рамас. Позови Аделину.
девочки, мальчики. Ну, я свою услугу. Да, ну надо на сайте главного управления проживания. А, не знаю, где. Тебе электронный почерк, кто тут у нас? Ладно. Все, закончили? Все, спасибо. Бай, а вас я не судил. Бей. Так, пацаны, сюда. Я помогал. Ёлки-палки, блин. Вот разбогатели. Кузин, что? Кузин. Да, пацаны, пейте за мое здоровье. Поздравляю. Спасибо. Так. Я вот ругал.
Так, Чили, И вот на этом боролась. А этот ты-то вон желтый там тоже. Браво. Никара. Я. Поздравляю, молодец. Чебаненко. Так, ну и что, где?